Так, первый бежит Рада. 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 Рада пришла. Радка. Радка. Златка идет. Радка. А вон Бойка идет. Бойка идет. На щенка можно. Так, так. Так, вот и Бойка пришла. Ой ты какая. Ой ты. Злата уже. Идите садитесь. Придушно. Бойка. 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 Боя. Бойка. 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 Иди ко мне. Бойка. Сидите, Бойку поймаю. Сейчас сидите. Место. Бойка. Вот несу двоих. Пошел за Бойкой. А Рада перепрыгнул этот с такой высоты. Вот одну. Вот вторую. Это же обалдеть надо, какая высота. О, будет прыгучая. А? Чума ты маленькая. Ой, кошмар. Все, едемся на речку. Молодцы. Вот так вот немного позеленело все. Кукушки. Воды чуть прибавили, ну чуть-чуть совсем. Сейчас мы их покупаем. Покупаем сейчас. Тут раздолье. Утка плавает. Ну, гнездо, наверное, сделала. Она теперь будет здесь с утятами. Это хорошо. Сейчас я ее поймаю. Вот она. А это не наша утка, не местная, это не кряква. Это северная. Коричневая голова, серое туловище, черный хвост. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Слушает, смотрит на меня. Ладно, пусть плавает. Занимается делами. Мы поехали дальше. Так получается две. Сейчас я переехал. Вон они полетели. Вон они. Нет, это не гнездовые. Я же говорю, не наши, поэтому они полетели. Наши. Ну, здесь за кустом, я теперь их не вижу, куда они полетели. Я говорю, импортные утки. Ну, их в баню. Наши лучше. А вот на поле, поле скосили. Сейчас я вам сниму еще одно красивое животное. В плане того, что оно стоит на стороже. Вот, пожалуйста. Вот так вот. На поле пасется. Мышей, может быть, еще что. Лягушки. Но лягушки-то нет. Вот он полетел.
Да? Аист. Сейчас перелетит. Планировка, планировка, планировка. Поле пострижено. Вот он спланировал. Что полетел-то, друг? Все, я его, ну, далеко очень. Очень далеко. Короче, улетел. Ну, хоть успел заснять. Так, братва. Что, мафия, выходим? Бесстрашный. Оба! Оба! Высота пофигу. Это... Пошли вперед! Пошли вперед. Ну, готовых собак уже отдам. Ну, мафия. Надо подвигаться к ним ближе. Ох, ухо, поехали на место. Вот я еду, они встали. Лайма. Смотрю, что они нашли. И что? Давайте, давайте, дуйте. Уводи их, уводи. Уводи. Пусть, пусть без задних ног, чтоб спали. В честь, да, пусть они тут хорошо будут спать. Отлично. Ну, вот воды прибавили, Златка в воде уже. Воды прибавили, да? Рада. Че язык на плечо? Пойдемте. Вон ворон. Это ворона, что? Ой, ты лили, эти кувшинки. Воды-то, смотрите, как воды-то прибавили. Как хорошо-то стало сразу берег. Прям песочек и сразу купаться. Ножки мочишь. Щенки воду пьют. Вон красота какая. А, нет, это просто цветочки. Ну, наверное, это я не знаю. Они большие, побольше должны быть. А, нет, они. Они кувшинки. О, красота пошла. Соболь там полетел. Златый купал. А, ты уже в чулках, да? Ну, нормально. Ты в чулках уже. Вот щенок в воде, да? Бойко стоит в воде. Лапки. Как чуть-то они бегают, да? По такой воде. Танюх, ты смотри, я глаз за глаз за тобой смотрю. Давай вперед. Ладно. Давай вперед. Иди-ка. Давай, 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 давай. Ну, искупайся хотя бы так, да? Хорошо, да? Вот так вот гуляют они. Чемергесы уже в воду заходят, привыкают чуть по чуть. Я говорю, все от лайки зависит, как она будет. Где Рада? 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 Давай, иди сюда. Давай ко мне, моя хорошая. Давай. Преданная собака Динго.
Все зависит от того, как таскать собаку, сколько таскать, сколько ей уделять внимания. Там от этого будет и собака такая. 100-500 почти прочнется. Кувшинки, травка, хорошо. Может, будет рыбку половить. Щучка подтянется. Хищник подтянется к травке. Ну, тут песочек можно будет загорать. В жару валяться. Чистый песочек. Почти чистый. Злата! Злата! Тайна! Соболь! Соболь! Ну, чтобы не орать. Тайна! То вмочили они. Профессора. Да кричит. Не хочу просто на съемку кричать. Тайна, соболь. Один крик получится. Ну, пришли. Послушание хорошее. Когда бывает иногда. А щенков, вон щенки там же, где они были. Щенки вообще самостоятельные. Я вообще в шоке от них. Вообще им никто не нужен. Вообще не нужен никто. Это же надо же такое. Какие здесь вот эти островки красивые. Как мне нравится. Вот здесь может загорать песочек. Как бы это. Вон они пришли. Где были? Вон на том берегу. Ну, метров 200-300 отсюда. Я думаю, кто там на лабутенах идет? Это ты, Танюх? Дык-дык-дык-дык-дык-дык. Давай, расслабься, ты не на подиуме. Вон они, цапли взлетели. Сегодня что-то живно у нас сегодня на речке. Вон, сейчас цапли покажу. Вон голова торчит. О, спряталась. А клюв-то видать. Опа. Где-то есть-то. Я тебя потерял. А вон она. О, какая. Опа. Там я тебя вижу. Ладно, сидеть мы к вам не пойдем. Так, вы все здесь? Соболь, Тайна, Лайма, Злата, Бойка, Рада, Цыганка. Цыганка Рада, какая отрада. Видите, как здесь хорошо. Чик спрятался, постелил здесь, никто тебя не видать, да? Вот она морда. Ну что, набегаетесь? Будете валяться сегодня без задних ног, копыт и ласт, клювом вперед. Блин, у Рады ушки прям домиком вперед. Вообще, у нас зачетная такая будет девка. О, какие ушки, соболиновые уши. Соболь прям этот помет дал прям четко свою голову. С черной окантовкой. Пошли, Тимофей, вперед. Я тебя покаркаю сейчас. Каркает она. Ваше счастье, что у меня нет с собой гранатомета. Он летает, вороны, над нашей зоной отдыха. О, а надо было докопаться, да, Рада? Ну, сейчас в чулках все займусь. Ты вообще у меня суперская. Ты знаешь, зачетная. А ты-то, ой, ну ты-то чихуахуа. Ой, кошмар, блин. Рад, Тайна, это Злата. Злата, Злата. Иди ко мне. Злата, сиди, ко мне подойди сюда. Злата. Злата, Злата. Сидеть, сидеть, сидеть. Злата, сидеть. Злата, сидеть. Сидеть. Ну, я что могу сказать? Все отлично, Лаймус. Молодцы. Ну вот, красопеды. Злата. Убежала? Вон они все с черными масками у меня. У меня лайки черномордые. Злата. Что ты валяешься возле моих ног? А?
Ты пацан на кого-то похожа. Кукундили. А где у нас щенки-то? Уже минут 10 нету. А? Мы все копаем, копаем. А их-то не дать. Дай, 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 дай. Лови ее, лови, лови, лови ее. Щенки самостоятельные вообще. Дай, 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 дай. Что такое? Ну, ты ругаешься, да? Ты копаешь, сказал, я копаю, они играют. Дай, 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 дай. Дай, 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 дай. Дай, 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 дай. Уру-уру. Полетели. Так, там возня какая-то так. Забили ее. Кустарник. Ну, Танька разрычалась у нас. Займусь. Вот там на острове все. О, о, я не успеваю. Сиди. Весь остров раскопал там. А, вон щенки возвращаются оттуда уже. Рада. А вот, Рада первая. Бойко! Довела вас? Что такое? Пришла? Все. Учит. Учит, учит. Дай, 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 дай. Дай, 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 дай. Танька заковырялась. Кто здесь чуть кустарник подкосил. Себе осоку, не знаю для чего. О, о, о. Лайм-то зачем мешаете? Да, скажи? Лайм там делом занята. Идет принцесса. Лайм, кто там? Кто там? Лайм, кто там? Кто там? Да что там? Молодец. Ну, явно тут не бобры. Может, норка. Кого-то слышит там, не знаю. Весь остров растоптали. Тайна, я за тобой смотрю. Молодцы. Так, сейчас побалуется, перестань бросить. Все это баловство. Скучает по охоте просто. Готов отрабатывать любую вещь. Танюха, Радка, Радочка. Ушки вообще как на макушке, ушки на макушке. Ушки на макушке, ушки на макушке. Да? Ну все. Что, Бойко, накупалась? Упала в эту... Тайна! Тайна! Вот хулиганка зову, а она наоборот все делает. Включает свою коробку передач на повышенной скорости. Пойдем, купалка. Посмотрим, поле посты. Вон она идет, с другой стороны уже. Ты почему так не слушаешься, а? Хулиганка-то. Все назло делает. Ко мне иди сюда. Тайна. Что ж ты, ба, у тебя там, а? Что ж ты себя так ведешь?
Ну хоть поле постригли, скосили, хоть их видно, где они, что они носятся. Тайна! Ну, могут бежать бесконечно. Сейчас тут начнутся мыши. И все остальное. Ну, им нравится. Лайк любит природу. Ну, вот они встали, вот дошли, мышей нашли. Сейчас будут заниматься делами. Вот! Вот! Ветер на меня. Я не сильно кричу. Это битва устраивает. Эти в эту сторону. Все, завалились. Так, кукушки. Злата. Злата, иди сюда. Иди ко мне. Злата. Злата. Ох, не хочет она. Тайна. Сейчас придут. Соболь важной походкой идет к ним. Ладно, наведу, буду, если что, обрежу их на машине. Я как бы на мясо не готов. Бригада ух. Радуля. Тин-дин-дин-дин-дин. Тин-дин-дин-дин-дин-дин. И вот куда они вдвоем пошли. А пошли они вон куда. Это зум просто такой, поэтому, кажется, рядом. И вот, и вот. Щенки наблюдают за большими. В позах стоят. Красавчики. Они наблюдают за папой. Соболем. Папа идет. А Бойко наблюдает за вот этими двумя кукушками. Зла... Тайна! 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 Тайна, иди ко мне! Ко мне иди сюда! Тайна! Тайна! Вот какая она. Не ко мне идет. Лучше вернусь назад, к старому месту. Тайна! Иди ко мне! Пусть ищет. Лишь бы не удалялось мне он туда, на через верх. То там и живность, и все. Я казан с собой не брал, чтобы возить это, творить что-нибудь. Да? Тинь-динь-динь. Мыши, мыши. Мокрая вся, Бойко. Но ты влетела в болото. Молодец. Смелая очень. Вся зелено-синяя, бурмалиновая ты у меня. Все они видят. Наблюдая за теткой, за мамкой. Две грязные. Не нужен ей тоже никто. Она с теткой. Сто 200 полетели. Тайна! Шо, Бойко, носишься? Он трепет мне нервы. Тайна. Держит меня постоянно в адреналине. Татьяна. Иди ко мне сюда. Иди, иди сюда. Сейчас тебе под 15 число влетит вдоль хребта двумя лопатами. Иди сюда. Ко мне иди сюда. Тайна, ко мне. Все грязные, но счастливые. Ты почему так себя ведешь? Сидеть, сидеть, сидеть.
Ты почему так себя ведешь? Я что должен так нервничать, а? Морда. Пошли. Хорошо, хоть скосили, я хоть вас вижу всех. Обороты набирает Татьяна сразу, чтобы смотаться. Тайна! Тормози. Тайна! Набирает она. Ей вот только дай команду вперед. Все, она 100 километров за миг пробежит. И во что-нибудь вляпается. Пойдем чуть прогуляем щенков. Пусть набегают свою мускулатуру. Развивается. Да? Мы с тобой также начинали за машинами. По полям, по лесам бегала километр. Поэтому у меня такая большая развитая мышечная масса. Блин, Лилька кос вывела. Ёкарный бабай. Вот ей прогулка. А это 5 секунд для Татьяны. Ну да, Лилька. Тоже собирает, что не убрали. Тайна! Тайна! Сейчас я ее закрою, ну и в баню. Возвращаются. Тайки только нет. Щенки бегут. Давайте ко мне. Соболь, ко мне. Молодцы. Окей. Что, ждешь дальше команды? Пошлите дальше. Соболи ко мне. Пойдем. Хоть и козы метров 700-800, но ну и в баню. Вон Витька выехал на квадрике с тележкой. Тайна! Пойдемте, ладно. Давайте, давайте, дуйте. Молодцы. В этот раз уже лучше. Ну, уже присаживайтесь, не ложитесь. Потому что не жарко. Они вон их уже видят, этих коз. Соболь видит. Движуху на поле. А мне это не надо. Витька ко мне едет. Все на место. Тайну закрыл в машине. Ну и в баню. Пошли купаться. Лайма, пошли. Лайма. Пойдем. Вперед. Вперед, 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 вперед. Пошли вперед. Туда не обязательно плавать. Молодцы. Ну вот, щенков ушатал я. Это хорошо. Да? Морды. Все. Мокрые, довольные. Потягушки, да? Лайма, что, купаемся, поехали? А? Соболь куда пошел? Давай вперед. Давай вперед. Пошли. Вперед, Соболь. Вперед. Вперед, 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 Лайма, вперед. Вперед, 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 вперед. Вперед, 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 молодец. Вперед, 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 вперед. Плыть хорошо. Воды прибавилось. Отлично. Радулька стоит, ждет. Ну уши, блин, вообще складывает. Как у Соболя, копия. Копия прям вообще один в один. Я же знаю, Соболя знаю наизусть, какой он маленький был. Радка посветлее просто. Сейчас будем смотреть, что будет эта коза делать. И хочется, да? Не все на той стороне. Ай, ты.
Ай ты. Ай, как хочется. Сейчас. Должна. Ну да, все, пошла. Нет? Злата! Не докричи. Злата! Иди сюда! Злата! Иди ко мне. Смотрит она. У тебя такая еще маска красивая. Злата, иди ко мне. Злата. Сади ко мне. Сидеть. Вот, молодец. Маска у тебя красивая, да? Кукушка. Они на той стороне по кустам лазят. Ты смотри, наблюдай. Рада, ты идешь? Все, купались, молодцы. Ты как всегда грязно идешь, едешь домой. Иди ко мне. Иди ко мне сюда. Место. Тихо. Ну ты запрыгивай, что ты? Куда? Чик не поймет, да? Опа, кончилось. Рада. Иди сюда. Иди ко мне. Давай, вон кнопку еще надо забрать. Сидите. Сейчас я ее заберу. Вот как ты вот стал? Зачем ты это делаешь? Место. Злата, место. Хулиганка. Выпрыгивает. Теперь научилась все теперь. Иди ко мне. Кноп. Боя. Бойка. Ну ты все равно через речку не поплывешь. Бойка. Ну пойдем, докуда ты меня доведешь? До речки. Ну и все. И зачем было бежать сюда? А? Зачем надо было сюда бежать? Кукушка ты. Вон жопа вперед. Хвостик хороший. Хороший хвостик. А тяжеленькие такие уже. Небось проголодали. Сейчас будете хорошо кушать кашу. Ой, на все надо время. На все. Забирайте. Чудо-юдо. Все, молодцы. Поехали домой. Нагулялись, все отлично. Опять улетели. Хорошие утки. На посадку. Блин, ну ладно, мы поехали домой. Все. Да. Вот цапля на выходе. Шея длинная, вытягивает. Охотится. Ловит мальков, ловит лягушек. Сейчас раз и удар в воду будет головой. Передумала. Ну давай, лови. Идет медленно, тихо.
Ладно, пусть гуляют. Поехали мы. Так не уедем. Примчались. Кто с речки приезжает? Купанные, а эти приезжают мокрые, грязные. Кроме Танюхи, конечно. Вон они, какие щенки все грязные. Брям. Брям. Пошлите, вкусняшки вам. Пошлите, да, да, да. Пошлите. Пойдем, пойдем. Вы здесь? Пойдемте, вот, 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 да. Да, 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 да. Тихо. Что такое? Кто ты? Что ты орешь-то постоянно? Кто тебя обидел-то? Ну? Тихо. А-а-а, пакет. Все. Хана пакету. Пошлите, голодовка. Конечно, знаешь, что аппетит нагулялся, да? Идемте, идемте. Да это, конечно, ждешь. Непослушная коза. А что ты сразу залетаешь? Жрать, что ли, надо, да? Вон тут принесли вам дачку, подачку, морковку вареная. Кому нужен этот хлеб, не понимаю. Дайте морковку, Злат. Будешь морковку? Дайте морковку, будешь? Смолотила на раз. Дайте, 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 дайте. Да. Да. Вот, вот. О, морковку смолотили. Молодцы. Так, я не знаю, сколько я взял. Сейчас я пакет взял, это уже было расфасовано. 3,5. Я понял. Все, ждите. Да, дай. На. На, Злата, сидеть, 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 сидеть. Иди. Тайна. Прокусил мне палец Радка. Иди сюда. Иди ко мне. На. Иди. Ну, все, один. Нет, все-таки всем правильно досталось. Не надо было пополам делить. Ну ладно. Сейчас. Значит, еще им хватит по половинке. Кто там лайм тебе кусает? Ну вот так вот. Все довольны, счастливые, мокрые. И это главное.